Підвищення температури та навіть анафілактичний шок. Таку реакцію на українські ліки для хворих на гемофілію, тобто порушення згортання крові, зафіксували у Києві. Окрім того, розповідають хворі, цей лікарський засіб погано розчиняється і активність проявляє через раз. Нам удалось только что сделать, это взять 3 заявления с пациентов и предупредить врачей, что это будет все в прокуратуре. И тогда было именно в тот же день зарегистрировано 3 случая реакции. Остальные случаи не регистрируются. Теперь препарат «Біоклод» бере участь у региональном безальтернативном тендере, рассказывают хворі. Закупили эти ліки еще минулого года, проте пациенты массово відмовляються от их использования. Родители вот сейчас собирают подписи и отказываются от этого препарата и просят не вводить этот препарат их детям. Вот. И что теперь делать с тем, что деньги уже потрачены? Сумма это вот одна упаковка стоит порядка 2000 гривен. 200 упаковок это порядка 400 тысяч гривен было потрачено. Но с другой стороны, вы понимаете, что в этой ситуации нет других нормальных препаратов теперь. И скоро, вот, если будет кровотечение у ребенка, часто несовместимая с жизнью, просто останавливать ее будет нечем. Вирішення проблеми з тендером пропонує Дмитро Кізілов. Моє пропозиція, от люди закупають, вони там говорять, що це хороший препарат, да? Пускай вони введуть собі буквально кубик, не треба багато, тобто кубик пускай введуть, і ми тут розійдемося, у нас вопросів к этому всьому не буде. Тобто пускай він йде з цим уколом домой, к дітям, к жені, вот, і пускай живуть з гепатитами, з СПІДом, тобто у нас вопросів нет. Після зустрічі з активістами адміністрація винесла рішення зупинити тендер та переписати умови його проведення. На цей час хворим обіцяють надати якісні імпортні ліки. Ми вводимо в состав тендерного комітету общественную організацію, которая это будет контролировать, начиная от подготовки тендерной документации до раскрытия конверта организаций, которые будут участвовать в проведении в тендерных процедурах. На сегодняшний день мы на 2 месяца обеспечены препаратами. За эти 2 месяца тендерные процедуры пройдут в области за областной бюджет. Но эти 2 месяца это препараты украинские? Нет, это препараты импортные. Анна Єлизавета Меліченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.